Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я вам покажу, как в устройство Samsung Galaxy A11 вставить сим-карту и карту памяти. Для данной операции вам понадобится такого рода инструмент, который вы можете сделать сами, собственными руками. Импровизированный доставатель слота под сим-карту и карту памяти, который находится у нас на данном ребре телефона. Что мы делаем? Вставляем наш инструмент в дырку возле слота. Слот выскакивает. Достаем слот. Здесь по форме вставляем в него карту памяти. И рядышком сим-карту. Место под сим-карту 1, место под сим-карту 2. Вставляем таким образом, если у нас только одна сим-карта. И затем вставляем обратно в телефон. Как вы можете заметить, от меня в сию же секунду требует пин-код от сим-карты. Давайте его введем. Что является подтверждением того, что сим-карта читается. И также видим сразу же уведомление, что обнаружена карта памяти. Что является подтверждением того, что карта памяти тоже читается. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока!